Лунтик и его друзья. В саду прекрасном можно быть пчелой, раз вы жужжите, лягушкой, птичкой, пауком. А мне кем быть, скажите? Прекраснейшая бабочка сказала мне однажды: ты должен добрым быть в пути, упорным и отважным. На свете где-то есть друзья, как их найти, не знаю. А если я с пути собьюсь и мимо прошагаю? Но бабочка прекрасная сказала мне однажды: ты должен добрым быть в пути, упорным и отважным.